Белорусские студенты смогут отправиться на стажировку в Азербайджан. Новый план сотрудничества Белорусского министерства образования и ведомства молодежи и спорта Азербайджана предусматривает обмен студентами совместные научные проекты. К примеру, одна из уже реализованных инициатив – совместный конкурс «100 идей для СНГ», который прошел на минувшей неделе в Минске. Стороны согласовали план сотрудничества на следующие 2 года. Там очень много интересных проектов, мероприятий в формате как конференции, как форумов, которые будут реализовываться в наших странах. Там предполагается проведение Дней молодежи Азербайджана в Беларуси и Дней молодежи Беларуси в Азербайджане. Предполагается проведение конкурсов «Что вы знаете об Азербайджане в Беларуси». План конкретных мероприятий, я считаю, это новый шаг к дальнейшему развитию и повышению эффективности наших отношений в сфере молодежной политики. Всего же только за последние 5 лет молодежь 2 стран организовала более 10 совместных культурных и образовательных проектов.